Всем большущий привет, друзья! А сегодня мы поговорим о камере заднего вида. Как ее правильно установить, какие способы бывают и что надо делать, если она у вас не работает. Что у нас представляет комплект и для подключения вообще? Сама камера заднего вида имеет вот такие вот разъемы. Это питающий кабель и это разъем, такой, как так называемый тюльпан, сама камера. Вот, откладываем ее. Далее у нас идет вот такой вот питающий кабель. Он у нас идет два провода, то есть вот такой вот кабелечек, штекер и вот такие вот два провода. То есть черный и красный, это плюс и минус. Сам штекер, это самое понятное, у нас ставится вот сюда. Далее у нас идет вот такой вот комплект проводов. Это у нас провода, которые отвечают у нас за передачу всей информации от камеры к нашей магнитоле. И самое у нас последнее, это у нас провод, который подключается к магнитоле. Это у нас вот такой вот проводочек. Вот тут вот у нас разъем специальный, опять тюльпан под нашу камеру. И с вот такой вот надписью. Надписи, конечно, бывают разные. Вот такой вот 10-пиновый. Ну и два вот таких вот провода. Эти два провода, кажется, отвечают за сигнал Bluetooth и Wi-Fi. То есть это как бы две наши такие мини-антенки. У нас понятно, что вот этот вот 10-пиновый разъем мы подключаем к нашей магнитоле. Подключаем его. Все, мы защелкнули. На этом останавливаемся. Далее идем подойдем к основному проводу. Основной вот такой вот провод. Он может выглядеть вот так вот с одного конца. То есть один конец у нас, тюльпан, провод плюсовой, то есть вот так вот подписанный, и провод желтый, длинный желтый провод подписан вот так. То есть вот этот вот длинный желтый провод должен подключаться к лампе заднего хода, то есть к плюсу на лампе заднего хода. С другой стороны этого провода у нас такой же тюльпанчик, но у нас проводочки уже идут коротенькие, два коротеньких провода. Тут у нас Reverse Mode Control и ACC. Также бывает вот этот же набор проводов, бывает у нас на этом конце без ACC, а с этой стороны без вот этого вот красного провода. Камера Power 12 вольт. То есть вот этих вот проводов красных, вот этих вот с двух сторон, бывает, что их не бывает, скажем так. Ну и питающий вот этот вот наш кабель. Давайте начнем вообще с самого начала. У нас есть камера заднего вида. Вот такой вот штекер. В него вставляем питающий наш кабель. Это, по разъему понятно, что он ставится сюда. Минус мы кидаем, то есть вот этот вот черный минус мы кидаем на массу кузова, в любом месте в багажнике. Плюсовой провод мы его пока что оставляем. Минус я сразу подключил к аккумулятору от шуруповерта. Плюсовой мы пока оставляем в покое. Камеру откладываем. Вот. Идем далее. Идем к этому концу, где у нас есть длинный желтый провод. Вот. Давайте сначала проведем подключение, где у нас нет вот этих вот красных проводов. То есть мы будто у нас их нет. У нас есть желтый тюльпан и желтый вот такой вот проводочек. Car Reverse Light 12 вольт. То есть это у нас провод, подключаемый к лампам заднего вида. Понятно, что мы тюльпан подключаем к тюльпану. Вот так вот ставим. А вот этот вот провод, вот у нас выходит. То есть два провода, два штекера. Тут мы, помните, подключили минус на массу. И у нас остается вот тут вот плюс. Вот такой вот. А с этой стороны, со стороны тюльпана, у нас остается вот этот вот желтый провод. Мы их вместе вот так вот скручиваем. Вот так вот видим, мы их скручиваем. Ну, в любом месте, где вам удобнее, потому что провода не такие длинные. Можно где-нибудь вот тут вот в начале разрезать и сразу подключить сюда от вот этого штекера плюсовой вот этот провод. И вот этот вот провод уже кидается на плюс на лампах на лампы заднего хода. Вот так вот он делается и бросается. Мы будем подключать к нашему такому вот импровизированному, грубо говоря, аккумулятору. Вот, идем вот сюда. Далее.
Далее, у нас остается, это у нас все уходит назад автомобиля, камера. У нас переходим к передней части автомобиля, то есть к основной. У нас вот этот вот проводочек есть, точнее штекер. Прокладываем вот этот тюльпан с этими проводами, ну точнее мы уже договорились сначала с одним. Полностью прокладываем по автомобилю, подключаем его. И вот этот вот провод, который называется Reversing Mod Control, мы подключаем к проводу back на нашем вот таком вот ISO разъеме. Кажется, он ISO называется, сейчас не помню. Тут у нас коричневый провод, именно коричневый. Вот мы берем и сматываем вот эти вот два провода. То есть наш провод Reversing Mod Control, который идет от тюльпана, сматываем с проводом back. Сейчас получше смотаю. И все. И теперь давайте запустим нашу магнитолу. Вот она у нас камера, как вы видите. Она работает штатно. И вот они у нас, наши скрученные провода. Магнитола у нас вот загружается. И, допустим, мы включаем камеру заднего вида. Когда мы включаем камеру заднего вида, вот эти вот провода, на них подается плюс от фонаря заднего вида, от фонаря заднего хода. То есть вот этот вот проводочек я подключаю сейчас к плюсовой клемме. И что мы видим? Загорается у нас наша камера, диоды загораются, и работает у нас наша камера заднего вида, подключается в самой магнитоле. Вот я убираю, и все у нас пропадает. Теперь давайте пройдемся по второму варианту, который уже будем использовать вот эти вот два провода. Теперь уже мы видим наглядно, что у нас наши провода пришли нам с желтым проводом и с красным проводом с одной стороны. Желтый провод мы все равно, вот этот вот Car Reversing Light 12 вольт, мы подключаем, вот такой вот он длинный, мы его подключаем все равно к лампам заднего хода, а вот этот вот плюсовой провод мы уже соединяем непосредственно с вот этим вот проводом, который идет от нашего штекера. То есть минус мы кидаем на массу, а плюс соединяем с проводом вот этим вот от нашего тюльпана. То есть вот так вот соединили. Видим, мы соединяем, да? Вот. Тюльпан подключаем. Минус у нас на массе. Плюс у нас на камере заднего хода. С этой же стороны мы можем, вот, вы видите, у нас тут вот он этот АЦЦ от тюльпана, от нашего. Вот, реверс там подключен уже, вот этот провод бэк коричневому. А вот этот вот провод АЦЦ, мы, ну, как бы пишут, его нужно подключать к проводу АЦЦ. Понятно, что если мы его подключим, у нас вроде как все должно работать. Но с камерами вот такими вот, у которых есть светодиоды, у нас сразу загораются диоды. То есть, смотрим, диоды, видите, загорелись, тут ничего не включается. То есть диоды будут у нас гореть всегда. Это сделано, то есть как это получается работает. Для камер, где нет светодиодов вот таких вот дополнительных, это будет хорошо. То есть включили, то есть дополнительное питание на камеру идет постоянно, а вот этим вот проводом реверс мы подключаем, когда включаем к камеру заднего вида, то есть заднюю передачу, у нас камера запускается. Но проблема в том, что диоды у нас будут гореть постоянно. Для этого, чтобы этого не происходило, отключаем провод, вот этот, который называется АЦЦ, от провода АЦЦ на магнитоле, и подключаем вот этот вот провод АЦЦ к нашему же проводу реверс, к вот этому вот бэк коричневому проводу. То есть мы их связываем вместе. Смотрим, связываем вот так вот. Видите, подключили, да, все. Сейчас выйду. У нас тут уже ничего не светится. Есть такой вот желтый провод, который, не забываем, это к фонарю заднего хода. Подключаем фонарь, все у нас светится, и все теперь работает. То есть можете подключать либо так, либо так. Также расскажу сейчас проблему по поводу тюльпанов, с которой сталкиваются многие люди, кто мне пишет.
если ты разбираешься в автомобилях и подбираешь автозапчасти себе сам и также своим близким, то тебе будет интересно предложение от компании Yousan. Теперь ты можешь открыть свой интернет-магазин и присоединиться к успеху компании, которая каждый год увеличивает свою прибыль. Став владельцем франшизы, ты получаешь огромную техническую поддержку 24/7, магазин в раскрученной торговой сети, программное обеспечение и, конечно же, прибыль. Все ссылочки для вашего старта в закрепленном комментарии или в описании к этому видео. Yousan – надежный бизнес, проверенный временем. У нас с магнитола идет вот такой вот еще комплект проводов, в котором у нас очень-очень много тюльпанов, и часто, на самом деле очень часто, продавцы не кладут именно, сейчас переверну магнитолу, именно вот этот вот вход. То есть вот этот вот тюльпанчик, вот этот вот маленький, я вам еще раз покажу, продавцы его часто в комплекте не кладут. То есть они вам кладут только вот эти вот разъемы. Люди по-стандартному их подключают сюда, сейчас я вам покажу, вот так подсоединили, и начинают искать, куда подключить наш вот этот вот тюльпан, который как бы остался. Ну и люди подключают там видео-аут или к какому-то другому проводу. Что из этого мы имеем? Включая заднюю передачу, вот, мы ее подключили, видим, диоды вот светятся, у нас ничего не происходит, то есть не видит магнитола просто ничего, просто черный экран, потому что провод подключен не туда, как вы понимаете. В любой, подключая этот тюльпан, ничего у вас происходить не будет. Так что проверяйте, к какому тюльпану у вас именно подключена магнитола. Вот, это тоже частая проблема. Тюльпан должен быть отдельный, на вот таком вот штекере. 10-пиновый штекер с отдельным тюльпаном для магнитолы. Все остальное нам, извините, но не подходит. Вот так вот подключаем, вот это все убираем и подключаем наш тюльпанчик, как нам и нужно. Часто еще проблема, это прям комбо. Люди не подключают никуда вот эти провода, или их просто подключают к плюсовому, к примеру, там, вот, грубо говоря, там берем КЦЦ, и вот этот вот тюльпан подключают там, например, к AUX видео тюльпану. Подключают плюсовому куда-нибудь проводу и включают вот заднюю передачу и ничего не видят. Но потом, нажимая на AVIN, видит у нас вот это вот изображение. А почему это? Так потому что у нас люди, во-первых, не туда подключили вот эти вот провода, либо их вообще не подключали. Но часто бывает то, что они у них куда-то все-таки подключены. Вот эти вот провода они подключают. Вот берем, к примеру, мы их вот так вот, смотрите, подключаем к бэк. У нас сейчас сразу будет включаться автоматически камера заднего вида. Она будет пытаться включаться. Вот сейчас посмотрим. Сейчас я отключу. Тут чпок. Вот, подключаем камеру заднего вида. Она будет пытаться включаться, но она работать не будет. Либо вообще не вставляет тут не туда. То есть, люди, проверяйте провода. Провода – это наше все. Это как вены в организме, то есть ток течет, бежит, вода, как по трубопроводу. Проверяйте обязательно провода. Все проблемы чаще всего связаны с неправильным подключением. Если вам что-то непонятно, а вам будет много непонятно из этого видео, я понятно объясняю. Я не понял. Пишите в комментариях, я постараюсь ответить на все вопросы. И прежде чем писать что-то, проверьте у себя правильность подключения полностью всего. Я еще сейчас раз расскажу вам на листочке, на бумаге, как это все должно подключаться. И давайте с вами наконец-таки закрепим наше видео вот это, такой, вот таким вот изображением. Я художник, я так вижу. Двигаемся дальше. Смотрим. У нас есть камера заднего вида. От нее выходят два провода. Один красный штекер и тюльпан. Красный штекер вставляется. Другой провод с красным, с таким же гнездом, то есть соединяются спокойно. Минус идет на массу кузова. Плюс
берете любой плюс, где, какой вы можете найти. Идем к тюльпану. Тюльпан. Вставляется длинный провод. Вот такой вот он у вас будет смотанный. Сейчас покажу вот такой вот еще раз. Напоминаю. От него идут два провода. Один идет на плюс, другой идет на лампу заднего хода. То есть, когда вы включаете передачу, загорается лампочка. Вот эта вот начинает светиться. И камера у нас включается, начинает работать. Идем далее. Прокидываем по автомобилю провод. Дальше идет опять у нас тюльпан. На тюльпане у нас два разветвления. Провод плюсовой, на нем написано АЦЦ. То есть подключаете именно к АЦЦ проводу, чтобы питания на камере постоянного не было. И провод бэк, реверс. То есть от магнитолы идет провод коричневый. Вы к нему подсоединяете вот этот вот провод, на котором написано бэк и реверс. К вот этому вот проводу соединяете их. И тюльпан вставляете в тюльпан магнитолы, который продается отдельно, либо бывает продавцы такой тюльпан кладут именно к магнитоле. Друзья, что будет непонятно, спрашивайте в комментариях, постараюсь всем ответить. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем удачи и до скорых встреч!